Главной темой Координационного совета по правопорядку стало обеспечение безопасности во время проведения общероссийского голосования. Заседание провел руководитель администрации главы Чувашии Вячеслав Борисов. Ограничительные меры, безусловно, наложили отпечаток на проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. И об этом говорили все участники заседания. Сама процедура будет проходить с 25 июня по 1 июля. Министерство внутренних дел уже утвердило план работы на эти дни. Создана рабочая группа оперативного штаба. Места для голосования прошли предварительную проверку на соответствие нормам безопасности. И за каждым участком закреплены ответственные лица. К работе подключены сотрудники Росгвардии. Длительный период голосования – повод для усиления контроля на всех этапах. Избирательные бюллетени напечатаны, будут доставлены на избирательном участке вечером 24 июня. И, соответственно, будут находиться в этих помещениях до позднего вечера или раннего утра. Получается, позднего вечера 1 июля или, соответственно, до раннего утра 2 июля. Таким образом, все это время избирательная документация не должна находиться без охраны, и это предполагает дополнительные сложности. Днем избирательные комиссии будут держать под контролем, соответственно, в ночное время либо это все должно находиться под охраной, либо все дается под сигнализацию. По городу Чебоксары принято решение, у нас все без исключения 1194 избирательных участка будут задействованы камерами наблюдения. Понимая особенность ситуации, избирательные комиссии будут стараться максимально приблизить весь процесс к людям. Участки попробуют вынести на открытые пространства, пришкольные дворы, площадки рядом с многоквартирными домами. На селе члены участковых комиссий планируют выехать в отдаленные населенные пункты, чтобы люди не покидали своих мест проживания. И все это ради сохранения здоровья голосующих.